Делегация Московского государственного университета геодезии и картографии во главе с ректором Надеждой Камыниной посетила Юго-Синийский государственный университет. Отметим, что визит состоялся в рамках реализации договора о сотрудничестве между посольством Республики Южная Осетия в Российской Федерации и Московским государственным университетом геодезии и картографии. В рабочей встрече с руководством Юго-Синийского государственного университета во главе с ректором Вадимом Тедеевым с Юго-Синийской стороны приняли участие министр юстиции Республики Южная Осетия Олег Гоглоев, министр образования и науки Аслан Лулаев, проректоры Станислав Кубозов, Лана Гоглоева, помощник ректора Азамат Тедеев. Со стороны Московского государственного университета геодезии и картографии ректор Надежда Камынина, проректоры Наталья Карлова, Алексей Карпунов, Александр Раякин и советник ректора Евгения Солодкова. Руководители двух вузов проинформировали участников встречи о деятельности своих образовательных учреждений, отметили важность сотрудничества и взаимодействия для обоих учебных заведений. Надежда Ростиславовна, уважаемые коллеги, дорогие гости, рад вас приветствовать в стенах Юго-Синийского государственного университета имени Александра Тегилова. Университет молодой. Всего лишь 90 лет, ну сравнивая, конечно, с вашим университетом. Сохранились славные устои. Университет претерпел со дня основания многое. Год основания 1932, тогда это был Юго-Синийский государственный педагогический институт. Сотрудники и студенты университета приняли непосредственное участие в Великой Отечественной войне. В 90-е годы, а если конкретно, то в 1993 году институт был преобразован в Юго-Синийский государственный университет. И у нас уже открылись тогда уже и непедагогические специальности. Значимые даты в истории нашего университета. 2014 год – это вывод университета из подведомственного подчинения Министерства образования и науки, перевод в прямое подчинение главе республики президенту. 2015 год мы вошли в Евразийскую ассоциацию университетов. Год спустя ректор был принят ассоциированным членом в Российский союз ректоров. Подписание соглашений со всеми ведущими вузами Российской Федерации. За последние 10 лет были созданы такие структуры, как медиахолдинг университета, который позволяет говорить о деятельности университета, используя как телевизионные ресурсы, так и печатные ресурсы. У нас свое телевидение, своя газета. Также хочу довести до вас, что университет сегодня располагает всем необходимым. Как я уже говорил, когда вам показывал Югу ТВ, что Российская Федерация приняла единственное верное решение, когда фактически с нуля построила нам университетский комплекс. Сегодня фактически мы можем сказать, что университет решает поставленные перед нами задачи, двигая вперед образование, науку, еще и делаем все возможное, чтобы наши студенты развивались всесторонне. Это у нас университет классический, у вас специфический, но пройдя по направлениям, по специальностям, есть специальности, которые для нас могут вызвать интерес. Я думаю, что и у нас есть специальности, которые могут для вас вызвать соответствующий интерес. Прежде всего, это информационные технологии, там, системный анализ там, и ряд других специальностей. Понимаю, что ваш приезд в Южную Осетию, он очень важен в плане вашего сотрудничества и с Министерством юстиции, и с Министерством чрезвычайных ситуаций, и с Министерством строительства. Это для нас очень важно. Что касается именно межвузовских взаимоотношений, мы готовы к абсолютному сотрудничеству. И я думаю, сделаем все возможное, чтобы перевести формат наших отношений в максимально эффективный. В 90-летие нашего университета Национальный банк выпустил серебряную монету. Нашим дорогим гостям мы всегда презентуем вот эту серебряную монету. Я думаю, что золото и деньги это ни к чему хорошему не приводят, а вот серебро это благородный металл. Я думаю, что вам будет приятно иметь в кабинете вот такой презент. Также книга нашего известного просветителя Казбека Чылаксаты «Осетия и осетины». Как я вам уже говорил, легендарный клуб «Аполлон» – наша гордость, потому как именно через этот клуб наши студенты, наши сотрудники
еще больше познают наш край, нашу природу. Ну и, безусловно, бывает и так, что бывают в составе их экспедиции бывают еще и наши гости из Российской Федерации, из республик бывшего Советского Союза. Уважаемый Вадим Батазович, уважаемый Олег Феликсович, уважаемый Александр Давидович, уважаемые коллеги, большая честь для нас сегодня быть у вас в гостях, в вашей гостеприимной земле, в вашем прекрасном университете. История нашего знакомства с республикой началась с прекрасной встречи с вашим послом в Российской Федерации, Наур Николаевич, посетил нас еще 5 лет назад. И в плоскости наших перспективных направлений сотрудничества прежде всего лежали вопросы картографа геодезического обеспечения развития республики. И мы, с своей стороны, всегда очень трепетно относимся к таким государственным задачам, поэтому следующая наша встреча, состоявшаяся уже в рамках реализации дорожной карты взаимодействия Росреестра и Югосреестра, привела к тому, что на полях Санкт-Петербургского экономического форума было подписано соглашение между республикой и нашим университетом, в рамках которого мы, собственно, не откладывая в долгий ящик, начали взаимодействие. И, безусловно, основа нашего партнерства – это академическое партнерство, поэтому сегодня мы здесь. Я благодарю вас за то, что вы нашли возможность принять нашу делегацию. Я думаю, что мы в нашем академическом партнерстве способны принести пользу и Республике Южной Осетии. И я всегда считаю, что общение, взаимный обмен, академическое сотрудничество – это процесс взаимно интересный, обогащающий, поэтому тоже возлагаем большие надежды, что на то, что наше взаимодействие принесет новую интересную струю для наших студентов, преподавателей. Сегодня уже мы наметили такие первоочередные действия в интересах картографа геодезического обеспечения и с его реестром. Наметили шаги в части кадрового обеспечения по нашим направлениям подготовки уникальным. Но со своей стороны, как методический центр в сфере наук о земле, мы готовы взаимодействовать и наращивать ваши компетенции в этой части и посредством обменов, и посредством сетевых программ совместных. Надежда Ростиславовна, еще раз приветствую вас и ваших коллег в республике. Мы рады вас видеть. Хотел бы просьба начать с особой благодарности. Мы и сегодня проговорили многое, и до вашего приезда, конечно, и с коллегами из Росреестра, и непосредственно уже проговорили, наметили ряд шагов. Спасибо большое за ту возможность, которая появится у сотрудников нашего ведомства, у Росреестра по прохождению, повышению квалификации, по повышению своей квалификации для дальнейшей работы на благо Отечества. Со своей стороны, еще раз вас приветствую на гостинской земле. Очень жаль, Надежда Ростиславовна, что вам не удалось увидеть наши красоты, но это лишний повод, чтобы еще раз приехать в республику и уже найти на это время. Конечно, мы со своей стороны приветствуем Вадима Бутовича, поздравляю еще раз лично с переизбранием на пост ректора. Олег Феликсович, мы сегодня еще увиделись, но тем не менее добрый день. Мы, имеется в виду Министерство образования, по заданию президента Республики Южная Осетия, относим изменения в законодательство образования, где будет указан, отражен целевой прием, целевое обучение с тем подтекстом, что все абитуриенты, уезжающие по целевым местам, будут заключать трехсторонний договор с органом исполнительной власти, конечно же, и непосредственно с самим образовательным учреждением с определенными условиями, ответственность уже мы сейчас очень плотно над этим вопросом работаем. И вместе с тем, конечно же, серьезная проблема – это остается проблема профориентации. У нас в образовательных учреждениях в будущем с этого учебного года мы открываем профильные классы. Во время рабочей встречи был продемонстрирован фильм о деятельности Юго-Осетинского вуза.
Юго-Осетинский государственный университет. Университет со славным прошлым, достойным сегодняшним днем, прекрасным, перспективным будущим. В день 90-летия Юго-Осетинскому государственному университету есть чем гордиться. В завершении встречи гостям была проведена экскурсия по университету. Они посетили музейный комплекс ЮОГУ. Очень красиво, современно, хорошая организация работы видна, отличный руководитель у вас, ректор. Ну, теплая очень атмосфера, и которая может позволить достойно обучать наших студентов во благо нашей Родины. Отрадная статистика. За последние 10 лет Юго-Осетинский государственный университет для получения высшего образования выбирает все большее и большее количество абитуриентов. Информацию об этом огласила на совещании членов приемной комиссии ответственный секретарь Эвелина Гаглоева. Эвелина Гаглоева также рассказала о том, как проходят вступительные испытания, для кого и какие льготы предусмотрены. Было отмечено, что в текущем году отменены онлайн-вступительные испытания. Исключение составляют участники СВО. У нас 4 вида льгот. Это золотые и серебряные медали, которые сдают один экзамен. И в случае, если это пятерка, результат экзамена, освобождаются от остальных экзаменов. Если нет, то сдают остальные экзамены тоже. Второй вид льгот, вы знаете, это победители республиканских олимпиад. Тоже без вступительных испытаний зачисляются. Третий вид касается специальности физическая культура, где мы освобождаем от нормативов, а именно от легкой атлетики и от гимнастики, значит, абитуриентов, которые имеют звание мастера спорта или кандидата в мастера спорта. И вот в этом году четвертый вид по рекомендации ректора мы хотим применить для участников специальной военной операции. Вот им дистанционно, если только вот они в таком месте, что смогут выйти на связь, значит, дистанционно у них принять экзамен. Это единственный вид дистанционных экзаменов будет. Ректор ЮГУ, председатель приемной комиссии Вадим Дедеев, отметил положительно работу приемной комиссии. Было отмечено, что на одни специальности дневного отделения прием документов от абитуриентов приостановлен в связи с большим количеством желающих поступить на эти направления. А на некоторые специальности прием документов продлится до 20 августа. Вступительные экзамены начались с абитуриентов специальности международная журналистика с творческого конкурса на свободную тему. К концу текущего месяца экзамены на все формы обучения завершатся. Когда я поступал к нам? Формация. Заочно. Каша школа фада. Здравствуйте, школа. Да, документы, когда мы похостили. Физкультурный факультет. Курбаша, охоркан, физкультурный, шамаджан калмакасис. Охоркан, я стою, чизон охорган агдару. Ханда, да, охорган агайкуси. Защита дипломных проектов в ВУЗе – возможность продемонстрировать свои знания и навыки, приобретенные в течение всего учебного процесса. Студенты специальности промышленное и гражданское строительство Юго-Осетинского государственного университета представили проекты строительства спортивных комплексов, многоэтажных домов и не только. Отбросив все страхи и сомнения, первый студент выходит отвечать перед Государственной аттестационной комиссией. План профиля у нас состоит из двух частей. Угол наклона составляет 41,7 градуса. Также у нас тут представлен доза ветров.
Обозначенная профессия промышленное гражданское строительство, казалось бы, не для хрупких девичьих плеч, но Елизавету Капулову, единственную девушку нынешнего выпуска специальности ПГС, это совсем не напрягает. На тему своего дипломного проекта я выбрала 25-квартирный жилой дом, который по проекту будет располагаться на территории бывшего кинотеатра «Ирестон», который располагается на перекрестке улиц Октябрьская и Советская. Это на самом деле очень волнительно, потому что ты идешь к этому 5 лет, и вот это последний шаг, последний рывок до того, до победного финиша. Быть единственной девушкой на курсе – это еще и очень весело и увлекательно. Это какие-то приключения, тебя всегда поддерживают. И ты всегда уверена, что за тобой есть надежная стена, о которой можно опереться. Актуальность и важность дипломных проектов отметили члены аттестационной комиссии, отметив, что выпускники каждый год удивляют и вселяют уверенность в том, что данное направление деятельности в будущем в надежных руках. У нас завершились защиты дипломных проектов студентов дневного и заочного отделений по специальности промышленное и гражданское строительство. Хочется отметить, что все проекты, вынесенные на защиту, были качественно подготовлены. Это промышленные и гражданские здания. Дипломники и их руководители хорошо поработали, и качество было налицо. Государственная аттестационная комиссия и председатель комиссии Сергей Давидович Коглоев отметили положительную динамику по сравнению с прошлыми годами. Теория, конечно, хорошо, но без практического опыта обойтись невозможно. Ознакомительную практику проходят студенты ЮОГУ факультета медицинской биохимии в Центре гигиены и эпидемиологии. Давайте посмотрим, каких успехов им удалось достичь. Двухнедельная практика ждет каждого первокурсника медицинской биохимии, успешно завершившего первый год обучения. Студенты имеют возможность получить практические навыки работы со специализированными приборами и присутствовать на исследованиях, проводимых в лаборатории. К заразным биологическим материалам первокурсников не допускают, однако чистую часть работы по диагностике COVID-19 они уже научились выполнять. Так Лина Джоева разносит реактивы по специальным пробиркам, чтобы в дальнейшем опытный специалист воспользовался работой студентки для тестирования пациентов на COVID-19. У нас проходят практику студенты с государственного нашего университета. В нашей лаборатории студенты очень активные, интересуются всем. Это ознакомительная практика. Мы постарались ознакомить их с нашей лабораторией, с работой нашей лаборатории. Они пробовали пользоваться некоторыми, допустим, дозаторами. Мы проводили фильтрование воды для пробоподготовки воды для дальнейшего его исследования. Также впервые в нашей лаборатории и вообще в республике мы пробно провели исследование клеща на разные инфекции. Вот. И наши студенты присутствовали при этом, можно сказать, историческом событии. Я довольна, и мне нравится работать с нашими студентами. Сколько длилась практика, и все ли получилось у наших студенток? Практика длилась 2 недели. Я думаю, что у нас очень много получилось. То есть я осталась довольна. Нам очень понравилось. Нам все доступно объясняли. Рассматривали разные бактерии, как они исследуются. Все было очень познавательно, все интересно. И спасибо большое Инессе Валерьевне и Залине Зелимовне. Пожалуй, более основательно проходит практика у студентов 5-го курса обозначенной специальности. Тут и установки внушительнее. Работа происходит с реальным биологическим материалом, и сама практика длится в 2 раза дольше. Как только образуется сгусток, одновременно нажимаем на кнопку тоже. За 18 секунд у нас вернулась кровь. Это хороший показатель. Конечно.
Положить плазму в водяную баню на 1,5 минуты. Добавить тромбопластин, перемешивать содержание пробирки до образования сгустка. Таков рецепт одного из рядовых анализов крови, который наверняка каждый сдавал в поликлинике. На таймере 18 секунд. Это хорошее протромбиновое время. Показатель свертываемости крови в норме. Все виды анализов собираются в вакуумные пробирки. Некоторые с антикоагулянтом, а некоторые с стабилизаторами. Допустим, если пробирка предназначена для протромбина, то там обязательно содержится антиагулянт. Прибывают в готовом виде в пробирках, то есть определенная жидкость или со стабилизатором, или же с антиагулянтом. И для каждого также отличается цветовой показатель у каждой пробирки. Красные, они у нас с стабилизатором, они отвечают за сыворотку крови. И они пронумерованы таким образом, мы их заполняем в журнале. Допустим, первый номер отвечает за первого пациента, второй номер отвечает за второго пациента. Когда центрифуга заканчивается, сыворотка крови отделяется, и мы их достаем и кладем их по порядку. А потом уже делаем анализы. Наставники по теории и практике Анна Келихсаева и Марина Цхавребова подробно рассказали о спектре информации и навыков, которые должны освоить нынешние пятикурсники медицинской биохимии, они же будущие врачи-лаборанты, во время учебной деятельности. В настоящее время студенты факультета химии и медицины кафедры проходят практику в лаборатории на базе РММЦ. В условиях современного образования необходимо учесть, что практика является неотъемлемой частью образовательного процесса. У студентов практика будет проходить месяц. И что очень важно отметить, что студенты уже один на один осваивают навыки, то, что им пригодится в дальнейшем в их практической деятельности. Хотелось бы еще, конечно, поблагодарить руководство РММЦ, заведующую лабораторией, всех сотрудников лаборатории за то, что они так помогают нашим будущим специалистам, в частности, в точности точнее, врачам, будущим врачам-лаборантам, освоить все навыки. Целью любой практики после прохождения теоретического курса является обозначение, допустим, тех же должностных инструкций, которыми должны руководствоваться любой врач-лаборант. Мы в первую очередь ознакомливаем их с этими инструкциями. Во вторую очередь обязательно любой лаборант должен руководствоваться санитарно-эпидемиологической службой. СЭС тоже является неотъемлемой частью, и проведение соответствующих анализов тоже влечет за собой соблюдение этих правил. Третье, это в первую очередь мы ознакомливаем студентов, естественно, с забором биоматериала и с его доставкой в лабораторию, после чего обработкой, маркировкой и, соответственно, работой с этим биоматериалом. На данном этапе студенты у нас проводят обработку биоматериала, из которого выполняются практически все биохимические анализы. Анализы биохимические выполняются как на автоматических анализаторах, на полуавтоматических анализаторах, а в исключительных случаях это можно выполнить и вручную тоже. Со всеми этими методиками студенты ознакомлены, и как вам сейчас видно, и практически они это сами уже выполняют. Могу сказать то, что довольно-таки хорошая теоретическая подготовка, и нашей целью на данном этапе является их полностью обучить соответствующей практике тоже. Потому что это будущие врачи-лаборанты, это наше подрастающее поколение. Я очень надеюсь, и мы и как руководство, и ректорат нашего ЙОГУ, и руководство Республиканского центра подготовить достойное наше поколение, достойную наших специалистов.